Здорово, друзья! У нас здесь вышел новый видосик у Валеры. Да, он в VR, православный странный борщ. Страшный. Страшный, да. Походу, будет что-то страшненькое, мы такое любим, поэтому погнали. Вот лежат мои руки. Я их как взял. Обычно. Всем приветики. Я детектив экзорцист. Вы, наверное, спросите, какого хрена вы фазмофобия. Черные полосы слева и справа? Я вот с этим вообще никак вам помочь не могу. А, точно! Я не заметила. Ритуал, поэтому чаптер 2, погнали. Тикток видео. Лого на двери гласит. Не пикап здесь никого. У меня к зубам прилив читас. Кукурузные штуки. Они такие прикольные, но ими не наешься вообще. Типа их жрешь и жрешь. Они очень сильно к зубам еще приклеиваются, потом фиг выковыришь. А ими не наешься, потому что они воздушные. Там ты их ешь, там воздух плавит. Ты в рот их кладешь, они как будто тают у себя во рту, еще приклеиваются к зубам. Какая-то магия. А где, кстати? Все, мы пришли. Что это? Сигнализация? Тихо, не ори, потихше. Радио. Опа! Шахнутый. Прихожу я такой в госпиталь, а здесь нарды. А я не армян. Это нарды? Но я поиграю. Шашки. Это шахматы. Черная магия. Нет? Для черных. Я здесь, чтобы решать какие-то важные детективные вопросы. Ого, значит, арсенал. Вода. Простите. Вакцина. Чистоты. Вакцина. Крест. Дальше. Я не понял, что это. И ингалятор. Так, я как детектив должен изучить все. Или что? Фотки. Мухи. Что? Роновая. Роновия. Ой. Только это странная фигня была. Ой, она исчезла. Это ж как ФНАФ. Это прям ФНАФ начинается. Да, да, да. Чтобы тебя найти, я же поисковик еще тот, а. Ой, не ходи никуда, ну ж темно. О, он уходит. Хорошо. Не надо оно тебе. Шептун. Не надо оно тебе. Шептун ей. Не придуривайся, что ты привязан. Ну что ж, как ваши дела? Давай, пшик. Дверь пропала. Ему. Я здесь, чтобы избавляться от всякой нечисти, поэтому... крестик. Исчез. Да. Снова. Ой-ой. Что хрюкает? Ой-ой. Жаба. Пошла нахуй. Он превращается! Это как принцесса лягушка, только наоборот. Это как в Шреке был, помнишь, папа Фион? Он тоже в лягуху превращался. Это типа вот такого. Стены давят, или мне кажется. Что-то узко у тебя здесь стало. Ах, сука. Ой, кот появился какой-то. Феноменус патрис. Может быть, не? Не работает. Что вот так. Ой-ой-ой-ой. Не надо держать. Во-во, только я могу нести крест. Во имя Господа и Сына Его. Давайте-ка. Зачем ты вообще сюда пошел? Давай быстрее, иди туда, быстрее, что там. Мама Мия, что? Что там быстрее? Давай, давай, давай. Пердежо. Блин. Что это такое? Это грешники из ада полезли. Из-зада. Пошел на. Ты что выбросил? Святой огнетушитель, кстати. Спрей. Это знаешь, как когда котик плохо писает там мимо чего-нибудь, ему спреем так. Плохой котик, плохой котик. Куда вы свои лапы тянете, нечестивые? Да, господи. На тебе по рукам твоим дьявольским. На, спиртиком протри сначала. Правильно, антисептик, да. Добрый день, здравствуйте. Я шальные как-то... ручки. Вот он ты и попал. Снова. Как ты такой юркий, ты ж привязанный. На что жалуетесь, так кстати? О, а тебя держит демонический... Вон, точно. Давайте начнем процесс избавления. Фантомы. Идите отсюда. Это мой клиент. Ого. Во имя ой, отца вон они, вон они. Сына. О, распирает. Работает? Сука, духа. Язык. Не работает. Изгоняется, нет? Нет. Ой, кто? Точно ну не там. Как я тебе воткнуть этот крест куда-нибудь? Давай. Сын мой. О, у меня Apple Watch. Не... Самый момент. Я пускаю тебе грехи твои. Так расколбас твой жесткий прекратится. Он флексит. Работа у меня, конечно, оттас. Внемли словам моим, да покинь ты тело грешного. Все. Вместе с телом. Ёб твою. Ой, он нас сейчас закроет, он нас сейчас закроет. Филиан спилиту санте. Мне кажется, нужно просто выходить из комнаты, потому что он может подойти, закрыть дверь, и ты там замурованный. Кидать ему крестик туда из как комнаты. Флешку, да, и закрываться. Все принадлежности и закрываться. Ой, с искрами прям. Сияет. Получилось? Что? Нет. На, еще запей. Я избавил очередную жертву от дьявола. На следующее дело у нас что? Получилось? Глубокая кожа. Не уверена. Обед. Это ребенок. Меня призвали изгнать демона из ребенка. Клиент, $25. День этого ребенка взяли. О, у них родился демонюга. Да, я так и знала. Конечно. А, да. Я экзорцист, я пришел вам помочь.
Так, астролог. Я сейчас быстренько из тебя изгоню, все. Ох, ну у тебя и детская комната, конечно. Не очень дружелюбная, да? Слава Мерлоу, да? Битмейкер. Сейчас изгоним, потому что у меня там еще 5 клиентов висит в офисе. Шо, спишь, да? Проснись! Давай, вместо соски святая вода и сердце. Присыпка для жопы, памперсы. Ну, в принципе, обычный ребенок. Ясно, со вкусом соски. Вы скоро будете иметь ребенка, книжка называется. Консультирует ваш доктор. О, вы, смотри. Ваш ребенок. Объемная. Большие шансы быть натуралом. Что? Все. Вся книга? Это самая важная информация. Поздравляю. Тебе пока ничего такого неизвестного нету. В принципе, ты... О, смотрите, типа все, dead inside. Ну ему нормально, зачем меня вызвали? Все же замечательно. Кроме этой комнаты. Пепски. Повейпь, парень. Глаза откроем, может быть? Открывает, нет? Пытается. Скрипит где-то, пойду посмотрю. Так. Здесь... Мне еще кажется, надо радоваться, что он такой тихий, так спокойно спит. Значит, он ничего не тревожит, и значит, все нормально. Гардероб. Либо он не живой. Может, подвох. О, Макарена. Маракасы. А ты что? Ты кто-то был? Да, какая-то штука. Это не мать. Корзина. Оп. Ну что? Подожди, ты не настоящий. О, я же говорю. Че надо, куда смотришь? Ну и что вы встали, дамочки? Какие-то прикрыли манекен? Бы свои писечки, меня дети смотрят так. У меня много чего есть, почитай. Не могу найти ваше слабое место. О, походу здесь. Ма, и тебя я тоже целую. Ой, так какие, посмотрите. Жопки. Ой, у всех такие намыленные. Ой, чего это встали? Что ж я кара, я это называю. Че ноешь? Я здесь. Как говорится, не душит. Ой, смотри, его какой-то питон душит. Какашка. Душит змея. Какашка большая. Змей душит. Крупненького человечка. Ты да недушимым будешь? Да спокойно, я изгоняю. О, вылазит змей. Ну это же тай какой-то. С малым покончено. Самаритянин. Что-то Звездных войн. Закатывать вирус в банку, ну это же типа небезопасно. Да. Спасибо. А, это пиявки? Да, это пиявки. Ой. Я смотрю, как будто они сказали, что чесать манту нехорошо. Тут еще можно услышать по-другому, да, фразу? Да. И диску. Ладно, ему все равно уже не надо. Нужна карточка доступа. У меня нет карточки доступа, но у меня есть кое-что получше. Печать карточки доступа! А, так сработает реально? Не тот человек, да? Понял. А кто из них? Действительно много. Вот этот, что ли? Сука, это война. Слышишь, аппарат, ты не на того напал. Я тебя сейчас всех распечатаю, выбирай. Мне кажется, дело в распечатке, да? Какой-то сработает. Все сразу... Да ладно. Всю стопку. Так, нам в подвал. И на этом моменте игра виснет просто намертво. Поэтому дальше серьезно? Будет одна игруль. Пока я играл в тот хоррор виртуальный, реальный, мне написали, что Эмили хочет тоже поиграть. Господи, кровосися, старый добрый. Сейчас посмотрим, что такое Эмили хочет поиграть и почему я должен давать ей играть или вообще играть с ней, когда я играл в другую. Или вообще это давать. Это была Crazy Party, это была типа вообще обезбашенный вечердос. Я очень устал, хочу спать. Ё-моё. Ну, картина у него, конечно, мощная. Лапа все. Могу играться со стаканчиками. Уи! Ну что, зачем мне? Это, конечно, я так понимаю, народа здесь было. Еба, все разнесли. О, моя кровать. Может быть, Эмили поможет мне убраться в доме? Неужели он такой громадный? Квартира Хамасскому пришел. Желает там убраться. Конечно, нет. Таких нет, не бывает. Нет, минимализм. Долбанный будильник. Здесь ключи от моей машины. Тут так ой, это что, что такое? Это что за вечеринка была? Туса окончена. Нужно принять. Я думаю, он уже сам не пойдет на работу. Мне этот парень не нравится. То есть его вообще ничего не смущает? То есть он так спокойно его оставит вот это вот создание и пойдет на работу? Это норм? Он первый уснул на тусовке, да? Жалко да. Тебя. И обрисовали. Или что с ним сделал? О, он ходит там. Понял. Быканул зря. Он ушел. Ты ублюдок. Теперь я должен помыть посуду, прежде чем я уйду. А укажите мне, почему я должен помыть посуду. Очень приятно, что вы меня туда запускаете. Вот. Кто там? Вот-то он уже сидит, тут качается. Зачем? Уже не качается. Качался уже. Понеслась. Дайте мне катану. Помыть посуду, прежде чем уйти. Да ты серьезно? Посуду мыть, такой пизд. Так, посуда помыта, теперь что? Слушай, даже я немножечко испугалась, совсем на чуть-чуть. У меня была такая маленькая
Страшинка. А мне не было страшинки, но я чувствую, что там выскочила такая штука. Да, да, надо мыться, неплохая. Заново мыть посуду. Ладно, мыться, мыть посуду. Это слышишь, ужасно. Ублюдочный, я тебя сейчас... Это уничтожу. Девочка, ты Эмили. Включи от машины, раз, будильник, два, все, быстренько мыться. Аджи! Эмили хочет поиграть, я не хочу мыть посуду. Может быть, она поиграет с газовыми тарелками просто, все будут довольны. Так, это идеальное решение. Кровосися, чумазый парень, клоун, какой-то дед в кресло-качалке, я вообще не понял. Ой, так, а моем посуду, быстренько, о, быстренько, теперь я могу идти на работу. Беги, беги. До свидания. Нет. Кто-то рубанул свет, секунду. Только как фазмофобия. Свет, чтобы выйти это плохо. Ой, какой-то понял. Чувак. Или он просто стоит. Нет, куда слендер? Опять 3 утра? Уже страшный был. 5? А мне нет, мне тут больше испугало. Снова мыть жопу. Снова. Там какая-то вода стрёмная, какая-то зеленая. Это нормально, что в ванной зеленая вода? А ванна-то не зеленая. Это квартира Хованского, ты видишь? Мыть посуду. Меня уже все съели по разу. Вот остался, чтоб меня клоун трахнул и все. Могу выйти из дома? Не можешь. После этого звука в украинском поезде начался хаос. Блять, да ты за... А что мне делать? Они просто бегут на меня. Я что, не догоняю? Мне кажется, вообще невозможно выйти. Тут фишка в том, что каждый раз умираешь, и каждый раз выскакивает новый скример. Мне кажется, вообще невозможно выйти. Фишка скримера. Да. Наслаждайся. Время 3 утра, мы в щи. Чё так рано на работу-то? А можно я на работе помоюсь? А можно я не буду мыть посуду? Можно. Ключи от машины. Слушай, можешь пешком пройтись. Я посуду помыл. Можно я выйду на... Нет. Я врубаю свет. Что-то идет уже с тобой. И получаю... Он сказал вот этот... Я тогда представил вон мем... Он, вон он стоит. Мем со Шреком, знаешь, что тут... Вон он стоит. Да. Да, вот она. Пошла нахер! От него нереально уйти просто. Я просто не понимаю. Кто-нибудь, кто знает... Напишите, пожалуйста. Я в это говнище больше играть не буду. Пойду приготовлю что-нибудь вкусненькое поесть. О, борщ. Simple Ukraina борщче. Chicken. Это же точка с кукинг. Мы с тобой смотрели это у Алекса Криша. Да. Просто... Ох, жесть. Это же хера всего надо сюда. Варить все в кастрюле. Onion carrot. Давайте попробуем. Литр куриного бульона. Главное, чтобы не разлилось. Целая пачка ушла. Mm-hmm. Соль 20 грамм. Да, так пойдет. Битрут 600 грамм. Как оно выглядит вообще? Раз, два, свёклка. Три, четыре, короче. Одну луковичку. В натуре всего одну морковку. А чё, резать не надо? Варить 120 секунд, короче. Заводим на 120. Может, резать надо было, не? Стоп, есть подозрение. Стоп, а так выглядит, как на картинке? Можно просто не готов еще. А, его надо помешивать еще, и тогда он станет борщом. А где варёшки? В смысле, только спатула какая-то висит. Спатула, а чем спатула. Мешает? Мне только ножи, спатула и все. Бредятина. Чем еще мешать? Рыбой? Язем. Какой ты гремишь, ничего не готово. Видимо, не... У меня что, рыба сварилась, что ли? Почему он не... Он не меняет ни цвет, ни хрена. Мне подозрение, что нужно простой, было порезать. Простой, simple, простой украинский борщ. Да. Какого хера? Simple, dimple. Давайте сравним ингредиенты. А, крутой. Chicken борщ, onion, лук. Все как здесь. Ровно в такой же граммовке я добавил. Ого. Почему ты не красный? Почему мне ты есть подозрение, что нужно было борщ порезать. Ну шо? Микроволновки? Там все чернеет, слышите? Мне кажется, все еще взорвется. 300 миллилитров. А чем мне наливать борщ? Поварёшки-то нет. Рыбы буду черпать, ну так, так же. Да, просто вылить чуть-чуть. Ух ты, сервировка с щипцами. Это борщ. Подано. Давай, давай. Конечно, конечно, да. Прекрасный борщ. Я вас всех накормлю, ребятки. Ой, болел. Все. Симпл украинский. Хорошо. Спокойненько. Мне вообще кажется, что суть второй игры... Не, ну первая понятно. Она была, мне кажется, как фазмофобия. То есть, типа, у тебя есть перечень заданий, ты должен выполнить mm-hmm. миссию, и все. Второй, мне кажется, смысл в том... Наслаждаться скримерами. Да, у тебя вообще нет шансов. Нет шансов абсолютно. У тебя есть просто пачка всяких чуваков, которые на тебя вылазят, и ты не можешь пойти на работу, понимаешь? Ты просто должен испытать все возможные ужасы от всех возможных ужасных персонажей, и все. А симулятор кукинга, ну, это просто готовка. Мы уже видели, кстати говоря, у нас был видос. Кто не смотрел, можете посмотреть. Смотрели анимацию, где был котик Бася и Питер, да, они вместе, короче, готовили, Алекс Криш делал эту анимацию. В общем, большое вам спасибо за просмотр, пока. Неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.